Туриту. Сегодня скупики продолжают свою рубрику «Надпись на песке». И сегодня надпись на песке будет для Юры. По традиции, красивый вид. Смотрим надпись. С днем рождения. Сердечко. Добрый день. Доброе утро, друзья. День, вечер. Привет. Мы сегодня встали крайне рано. Можно сказать, не ложились, да? Ну не, ну какое мы достали нормально. Короче, мы как все нормальные люди, не спим в полнолуние. Ну, сегодня... нету сна просто вообще. Сегодня чего-то да. Даже близкие рядом нет. Делать было нечего. В 4 утра мы пришли на стрим к суккупикам. И оказалось, что у Юры сегодня день рождения. В общем, поедем сегодня праздновать. У Андрея, да? Ну, еще там у кого-то, может. Да, у нас... заменитель молока. Закончилось молоко. Приходится пить кофе со сливками. Вообще получилось прям как в Старбаксе. Ой, солнышко вышло. А мне скоро закончится. Да, я чувствую. Ну, потому что меньше надо вот так делать. Так делаю я. Чисти скорее, беги. Доброе утро. А мы их раздаем теперь. Поедем. Я поеду тут бросать. Я хочу мой. Иди зубы чисти, умник, быстрее. Ну что мучите там? Чистим зубы. Зубы чистит Эрик. Ну только проснулся. Поехали на пляж. Поехали. Хорошо, там 300 рублей всего снимаю, 600 за ночь, 12 сообщений. Что делать, еще не знаю. Не знаю, какие нибудь стоите. А? Не, у меня все нормально, вот она отработала, второй год заканчивается, сейчас вот последний. И тут Олега понесло. Да здесь, говорит, как в России. О, порт в России, ага. Ну ладно, деревья просто. Ух ты, музыка! Мама, он поедет в корабль! Да обалдеть! Вот это да! Вот он, тот самый белый песок. Он прям белый-белый. Мы когда уплывали на Панган отсюда, мы видели, что здесь очень круто. Вот они, блогеры работают. Особенно этот. Спасибо, не надо. Конечно. Давай шустрее, памяти мало. Что там? Ух ты, динозавр. Блин, я испугалась, что опять две пачки конфет. Ну да что, тренировок нет сегодня? Я пока не занимаюсь, у нас рыбок, по-моему. А сломали рыбок? Да выебывал. Ну, у меня порог болевой. Да, он после аварии вообще еще в России. Перед самым-самым отъездом он попал в аварию. Хорошо.
Поехали? Да. Поехали. Это самая поганая. Поехали, поехали, поехали. Тысяча падает. Где же есть еще этот? С этой стороны еще. Ну давай. Бип-бип. Тело худеет, а мышцы не тебя, да? Фигово, что тело худеет, а мышцы не тебя. А можно показать? Эля, покажи, пожалуйста, правду. Знакомьтесь, это Эля. Лет 10 назад. Так ты определись, туда или туда? Давай рядышком. Давай. Не, рядышком с собой. Так. До и после. До и после 10 лет. Хоть кто-то сделал подарок. Молодчина какой. Старался как. Прикольно. Можешь стать? Так же. Ну не знаю, камел, как мы курили, тут не очень. Синий. Ну, желтый курил, да? А можно выложить тебя, да? Марьяна, а что надо сделать, чтобы ты на своем видео их всех отхуесосила до своих подписчиков? Да вы охуели, вы нас не смотрите, не репостите, не донатите. Кто вот это? Как минимум, что меня, надо как минимум меня уговорить, как минимум. Ну они же реально ничтожные твои подписчики, согласись. Ни лайков, ни просмотров, ничего. Лайки есть. Мало. Ну мало. Но... Десятая часть, наверное, да? И 200 просмотров, 20 лайков. 10%. У нас 100 просмотров, 20 лайков есть. Сколько? 100 просмотров, 20 лайков есть. Хорошо, вообще. А остальные? Что вы остальные молчите? Блядь, даже с симкой, да, iPad? Нет, можно ставить, по-моему, без. А может, нет, и... можно. А я не сверху, помню. Да, можно. Все, не снимай меня, если снимаешь. Ответ? Слышь, ты что спрашиваешь, не ждешь ответа? Это что такое? Ответил же Олег, а не я. По поводу? А, ну, главное, Олег ответил. А все остальное не важно. Я цензор. Сиськи не показывать, матом не ругаться. Матом можно ругаться, всем это кажется. Да, малыш? Ты там отсоединяешь. Не, ну, когда напечется можно. Это наш канал, там вас точно отхуесосят. Я вам обещаю. Каждый, кто новый, приходите. Приходите к нам на канал, и я вас отхуесошу каждого. За 500 рублей. Пойдем попасть. Ну что, сможешь такое выставить? Конечно. На своем канале? Ну а почему нет? Это же реальность. У нас же честные будни русских в Таиланде. Под каждым видео. За что? За то, что честно. Ну давайте я вам тогда подпишите Lucky Family, расскажу. Вот я уже иностранец, 5 лет здесь живу. И я вам скажу, что реально уже смотришь на русских, которые живут в серости, и понимаешь, какие же вы все-таки уебки. Вот ей-богу, вы извините, вот вам круг. Но это реальность. От души с душой в душу. Подписывайтесь на наш канал. Да, Эля? А ты не хочешь им сказать? А наш канал... А как же, подожди. Который на Ютубе? Который на Ютубе! Дорогие друзья, вы многие спрашиваете. Юра, а чем ты вообще занимаешься в жизни? Я вам отвечу. Мануальной терапией. Сейчас я вам покажу одно упражнение, которая вылечит вас позвоночник, и у вас не будет болей в спине. Тайская методика, система монахов. Как это делать? Да, вот так, взял и так. Давай, ты меня сюда, чтобы я понял. Не-не-не. Давай, ты меня сюда и болей. Ты слышала, Эля? Нет, я только хочу. Нет. Это только взять полезно. Давай еще раз. Голландцы ебнут. И просто поднимаю, да? Нет, головки. А? Головки. Что еще? Головки. А, вот сюда брать? Да. Не вкусно?
Он тяжелый, блядь. Давай еще раз. Вот так ты не кидаешь. Вот так держи просто, вот на нас так? Мордой. Что надо делать? Так или так? Так? Руки скрести пальцы и на шею. Все, локти сюда, сюда, да. Получилось? Да, пропустила. А через зад? Да все, вы не кинете через зад. Не жените! Да? Нет, все. Все. Выздоровело? Нет, такой ребенок не понял, что происходит. А я вот не знал. Кепку поправь. О-о-о, нифига себе. Мне кажется, я микрофон заткнула. А, не заткнула. Хорош заявить, да? Поголубело, все резко. Поголубело. Все выросли на пару сантиметров. Что там? Четыре вилки. Угу. Вкуснятина-то какая. Покажи майонез. Хороший майонез. Офигительный вообще. Вот это хороший майонез. Он лучше, чем провансаль МЖК. Да, это прям нормальный майонез. Прямо моча. Донатим. Я вообще бы отсюда не вставал. До ночи. Ты не поверишь, но оно все-таки проминает немножко. Ча, минутку. Все равно мы, очень хорошо. Мы нашли очень крутой гамак. На Липаной продает парень, таец. За 150 бат легко отдаст очень хороший гамак. Ну, вот нам надо тоже в дорожку взять с собой. Что-то хоть где прицепило и все. Угу. Очень удобно, всем советую. Вот вам круг. Вокруг так много людей, но я одинок. В этом мире чувствую сердец. Фритюри, оно пропаривается. Ну, а фритюри там все, что хочешь. Ничего тут не выходит. Сначала просто, когда масло раскаленное кладешь, оно корпус сразу образует сверху и не дает соку вытечь. Поэтому. Ну, так, в принципе, все продолжаем еще.